возлюбленные братья и сестры, освящая этот дом торжественным обрядом, в смирении воззовем Господу Богу нашему, чтобы Он благоволил благословить эту воду, которой мы будем окроплены в знак покаяния и в воспоминании крещения, и которой будут окроплены стены и новый алтарь. И сам Господь да поможет нам Своей благодатью, чтобы послушные Духу, которого мы приняли, мы пребывали верными Его Святой Церкви. Боже, через Тебя все Творение приходит к свету жизни, и одариваешь людей безграничной любовью, и не только поддерживаешь их отеческой заботой, но дождем любви милостиво омываешь их от грехов и возвращаешь их ко Христу в главе. Ибо Ты милосердным замыслом установил, чтобы грешники, сходящие во священную воду крещения, умерев со Христом, воскресали невиновными, соделавшись членами Его и сонаследниками вечного блаженства. Благослови и освяти эту воду, которой будем окреплены мы и стены этой церкви, чтобы она стала знамением той спасительной купели, которой, омытые во Христе, мы стали храмом Духа Твоего. Дай нам со всеми братьями нашими, которые в этом храме будут совершать божественные тайны, прийти к небесному Иерусалиму через Христа Господа нашего. Аминь.